Ищет медузу, но пока что она находит только Туканиса. Туканис отсюда на ноге убегает. БДЗ прожимает свои эффекты и отходит. Кого-то на Кримсе вернули. Подставился Бобруха. Бобруха рассыпаться будет должен очень быстро. Стан не очень эффективен и прыгает вперед. Чу не получилось ли там зацепить, но Бобруха уже минус. Чу нажимает стики, живет какое-то время. Джейфор, кого он нашел? Джейфор кого-то нашел. Нашел он в очередной раз Двансфора. Дисраптор успеет ли он раскастоваться? Успел, но не очень качественно. Убивает Джейфор. Нажимается ультимативно на медузе. Last Hero. Получил, кстати, Иридан Дум. Дум отправился в таверну, теперь очень просто можно будет запустировать медузу. Или нет, нет, начинает Мипа по ней работать. Прожимается Guardian Angel, БЗ подходит. Он начинает давать Firestorm, начинает давать ухты, покупается Тини, будет возвращаться в атаку, но медузу уже убили. Дальше атака за Last Hero, получает сетку, получает также сетку и пинга. Как же хорошо играет тут Кипки. Он гарантировал убийство на и саппорте, и на оффлейере команды. Так, Джейфор прыгает вперед, Нентин успевает нажать БКБ. Идет он за медузу, начинает высасывать урон, но не получается этого сделать эффективно. Там Doom получил Last Hero, Last Hero будет страдать, он стоит кстати, в шторме. Умирает очень и очень быстро, медуза пока не может найти себя по драке. Просто танцует туда-сюда, а в это время рассыпается вся ее команда. Медуза ТП аут пыталась давать, но получила руты. И как только закончится действие Трейлблейда, я думаю, она быстренько отправится в таверну. Бобруха. Бобруха пытается кого-то бить, но он просто ласкает своим дисплом в нижней линии. Там, кстати, делает ТП, сюда лантер, сейчас начнется драка. А Гибки начинает работать. Боги Тавру хорошо взлетает, Лайтлесс по троим, Дримкойл пошел. Начинает драться с всеми Тини, как же много урона от него. Да такая получает косу и отправляется в таверну на 79 секунд. Мастери под крестом, под кораблем, успевает откинуться станом, но это вряд ли его спасет, потому что Гибки готов с ним драться дальше. А вот Лайтлесс... Возможно, я рано храню команду. Возможно, потому что вот сейчас вроде был выход на тир-1 вышку от команды Empire Hope. Они не сдаются. Чуть сюда перетягивается. Снова хорошие корни залетают обои героев. Еще и руты сюда дает Найнтин и продолжает это все дело. Чуть свои ультимативные. Пошел чайник просто избивать двоих. И Doom, я думаю, на пару со своим саппортом отправится в таверну. Достягивается Лайтлесс. Достягивается вся команда Empire Hope. Они думают, они знают, что если сейчас отдадут просто так этого Рошана, то, скорее всего, это будет конечное. Мастери первым Doom дает хорошо по Виномансеру. Виномансер подставился. Виномансер будет умирать. Скорее всего, там погоню за Ванскором, Миномастера добивают. Кто забрал Лентин, забрал себя Егис, убил уже Дума на развороте. Да такая подставился, нажимает ультимативную, пытается убить Чу. У него пока что это не выходит. Виномастер каким-то чудом выжил, до сих пор у него Дум, но он будет жить, и никого не удалось забрать команде Empire Hope. Как же так? Одна тычка оставалась Виномастеру, а тут еще и Агра подцепили. Найнтин страдает, но у него не забываем, есть Аегис. Фир неплохой по Кидара. Кидара взрывается очень быстро. Я думаю, перед Тесла подожжет. Нет, Чу решил, что лучше он с руки его запинает. И теперь все эти вардики, птицы и Эндерлорды тут избивают бараки. Мастери получил спирит весел. Хороший Дримкойл. Сейчас можно будет реквием дать. И расходится команда. Умирает команда у нас. Джентльменов умер уже. Тренд Протектор потерял Аегис. Андерлорд. Погоня дальше за Кипким. Хорошо. Урсан наконец-то вцепился в него. Но хорошо тут спас на развороте и Ванскор. А старается хоть какой-то импакт нести здесь БЗЗ без ультимативной. И у него это получается вполне и вполне просто. Потому что такой перепар. Меня зовут Дед Космос.